Приветствую вас, уважаемые зрители канала People Life. Благодарю вас за то, что вы с нами. Подпишитесь на наш канал, напишите комментарий, поставьте колокольчик, чтобы не забыть, не пропустить новое видео. Дякуємо вам за активність, дякуємо підписникам з України і не тільки. YouTube-канал People Life – це український YouTube-канал, який засуджує російську агресію на території України, на території інших країн. Много новостей, много разных событий. В этом всем нам сегодня будет помогать замечательная, невероятная таролог, ведущая канала «Гадание ТВ» Наталья Борисенко. Наталья, здравствуйте. Давайте перейдем к первому вопросу. Итак, Украина, скорее всего, получит разрешение на удары вглубь России до начала зимы. Но тут непонятно, да или нет. Как видите вы, разрешат или нет? И если разрешат, то поменяет ли это ситуацию? Много раз будут отказывать, и не факт, что разрешат. Имеется в виду, разрешат, но это будет тайно, неявно, потому что боятся. Боятся ядерной войны, и официально никто ничего не будет объявлять. Это будет разрешено какими-то неамериканскими ракетами, то есть будут подставлять Францию, Англию и так далее. Безусловно, в ответ Россия будет бить по Украине, будут жертвы. Но это не ядерка. Ну, можем сказать, что все равно хорошего мало. Вот так я могу сказать. И разрешения официального не будет. Благодарю. Спасибо. Так, идем дальше. В Кривом Роге на прошлой неделе был прилет по управлению полиции. Как вы видите, кто сдал координаты? Местные жители? И если да, то найдут ли их, тех, кто сдал? Я думаю, что тут и сдавать не надо было. Все координаты изначально есть. Почему? Потому что каждая полиция уже давно на своем месте. И если говорить, кто сдал, ну, все знали, что там находится полиция. И это, безусловно, не какие-то русские. Это местные жители, это тот, кто живет там, но предатель. Вот, и мы здесь видим карту, да, где... Это назревало давно, за этим следили, долго хотели вот это подорвать. Вот получился момент. Безусловно, этот человек живет там, в Кривом Роге. То есть это не приезжие, это не кто-то там издалека, это местные люди вот сдали вот эту локацию. Местный человек, мужчина. Благодарю. Так, Катар объявил... Благодарю, идем дальше. Катар объявил о достижении договоренности с Украиной и Россией по обмену 13 детьми. Хочется, чтобы этот обмен произошел. Как видят ваши карты Таро? Все получится? Состоится ли обмен детьми? Однозначно обмен будет. Он не будет сорван. Уже договоренности есть. Вот здесь мы видим карту, везут, да? То есть уже готовят, и скоро это будет осуществлено. То есть такова судьба у этих детей, их вернут, все будет хорошо, и не будет сорван договор, то есть все в порядке, детей вернут. Как вы видите, после встречи с Трампом Зеленский получил то, что хотел, или нет? О чем они говорили? Будет обсуждаться мир в Украине. Каким он должен быть, как он должен быть достигнут. Здесь карта мир. Вот эта карта мир. И улучшение ситуации. Будет разговор о дальнейшем, о будущем Украины и о договоре с Россией. Да? То есть, конечно же, речь будет идти о завершении войны. Мобилизация и увольнение с военной службы могут привести к росту уровня бездомности в Украине. Как вы видите, так ли это? Будет ли у нас больше бездомных на улицах в связи с тем, что люди покидают самовольно воинские части,
и остаются жить на улице, чтобы не возвращаться на войну. Ну, что насчет увольнения с военной службы? Ну, наверное, это после войны, после завершения военных действий, после завершения войны, я так понимаю. Давайте смотреть, возрастет ли количество бездомных после войны. Именно военных, скорее всего, речь о них идет. Нет, многие вернутся в свои семьи, к своей прошлой жизни, поддержка. У многих будут какие-то социальные выплаты. Нет, нет, бездомных не будет, это точно. Ну, как они бездомные, это не потому, что люди без денег. Бездомные – это люди, которые не хотят работать, даже предложив им работу, они не будут работать. Да? То есть бездомные – это не о том, что у них нет денег. Это о том, что у них есть склонность к такому образу жизни. Понимаете? То есть работа всегда найдется для человека, если он хочет это делать. Многие вернутся в свои семьи, придется добывать каким-то другим способом, но я не вижу, чтобы возросло количество как-то людей, которые там бедные, валяются где-то. Но не без того, что как бы там какие-то будут пить или еще что-то. Это алкоголизм, это ну, как бы не лечится, да. Поэтому увеличения количества бездомных нет. Я не вижу этого. Все просто многие вернутся к той жизни, которая у них была до войны. В семьях, у родных, у родителей, да, практически же у многих есть близкие. Нет, я не вижу этого. Так, Зеленський серйозно розглядає можливість проведення президентських виборів у наступному році, щоб зміцнити свою владу та задовольнити прохання партнерів. Случиться ли это в следующем году? Будуть ли вибори в 25-му году в Україні? Так, будуть ли вибори президенти України? Президенти? Или президентские выборы в следующем году. Смотрим, в Украине будут выборы президента в следующем году. Я самих выборов в следующем году не вижу. Я вообще не вижу, чтобы прям вот бегом-бегом завершилась война. Прежде всего, нужно понимать, кто придет к власти. Если придет Трамп, он будет завершать войну насильственным способом, да, то есть как в Афганистане. И поэтому я думаю, что будут какие-то договоренности, если будет он, да, и нужно посмотреть, друзья, будет ли Трамп, да, в следующем году, потому что от этого очень многое зависит. Самих выборов я не вижу, да, поэтому давайте посмотрим, придет ли Трамп к власти в следующем году в Америке. Вот, придет ли Трамп к власти. В следующем году. Никаких карт царя нет, да? То есть здесь мы видим расстроенного человека. Обратите внимание, он сидит. И недоволен. Хоть и на троне, но недоволен. И здесь птица мимо него пролетела.
Я не вижу, чтобы Трамп пришел к власти. Если придет Камала Харрис, то, соответственно, война не остановится очень быстро. И давайте все-таки до конца года, да, может быть, во второй половине года, будут ли выборы президента, будут ли выборы президента во второй половине года следующего, 2025-го, в Украине. Карт выборов я все же не вижу. Будет какая-то хитрость. Вот, обратите внимание, здесь человек доволен своей судьбой, доволен, что он президент. Здесь мы видим с вами некую хитрость, да, откладывание, то есть откладывают вот моменты. И здесь, ну, выступление, наверное. Нет, выборов я не вижу в следующем году в Украине. Вот что я могу сказать. Дякую. Ще буквально два питання. Если Россия проведет мобилизацию, то Украине придется снижать призывной возраст. Как вы видите, снизят ли возраст призывников в 2025 году в Украине? Снизят ли призывной возраст в Украине? Да, будут изменения, однозначно. По тузу жезла мы здесь видим изменения. И ясно, что на какой-то год-два снизят. Мы здесь с вами видим десятка, семья. Однозначно возраст будет снижен. Дякую вам дуже. І на останочок невеличкий, короткий таро-прогноз. Ваш короткий таро-прогноз на жовтень. Ну, смотрим, что ждет в октябре Украина. И я у себя на канале делала прогноз на октябрь и говорила: октябрь будет очень сложным, очень. Вы должны понимать, что впереди выборы в Америке. И прекрасно понимают и здесь, и в России, и везде, что это месяц, при котором нужно просто вот переть, не останавливаясь. И русские будут таскаться, идти, они будут наступать, мы будем терять территорию. Вот эта карта смерть, будут убитые, будут бить по городам, будут бить по людям. Ну, прежде всего, смерть, и тут солдаты, да, прежде всего, это касается воинов, да. Просто нещадно будут обстреливать, однозначно. У меня вот сын тоже сказал, что просто невозможно никогда отдохнуть, они просто прут и прут. И вот обратите внимание, как они прут, да, мы здесь видим некую девушку, которая привязана, и деваться некуда. То есть со всех сторон окружение. Я думаю, еще эти карты выпадают на то, что, может быть, действительно будет окружение в ближайшее время. Вот там, по-моему, Часов Яр. И однозначно здесь хорошего мало. Я не могу никого успокоить, потому что октябрь для нас будет одним из самых сложных в этой войне. Один из самых сложных. Карты все плохие. Будут погибшие, будут отступления, возможно, будет окружение, и хорошего мало.
Мы, конечно, выстоим, потому что карта 13-го аркана – это не только о смерти речь идет. Это, как знаете, это перед рассветом, самое темное время. Плюс 13-й аркан – это всегда меняет страну, людей к чему-то иному. Да? Это все прекратится, более-менее успокоится, когда пройдут в Америке выборы. То есть весь октябрь будет очень сложно. Это нужно понимать. Я не могу ничем вас успокоить, к сожалению. Но и вы должны быть готовы к тому, что на октябрь нужно настроиться и переносить тяготы с меньшим таким, знаете, для здоровья меньшими проблемами. То есть, ну, я уже начала пить что? Новопосит успокаивающий, потому что действительно все очень сложно. И это не гибель Украины, это просто трудные бои, сложности. Но не хочется на этой ноте заканчивать, поэтому давайте посмотрим ноябрь, потому что выборы 5 ноября. Вот, ну и посмотрим ноябрь, будет ли улучшение в ноябре месяце для Украины. Да, действительно, ноябрь будет проще. Мы здесь уже видим, какое-то орудие дадут, потому что выборы прошли и уже терять нечего. Карта маг, какая-то креативность будет. Ну и четверка чаш, это карта передышки, обратите внимание. Да? То есть в ноябре, после 5 ноября, будет спад боев и обстрелов. То есть нам нужно месяц продержаться. И будет дальше все хорошо. Думаю, что Камала Харрис придет и будет у нас помощь. Благодарю вас за время. Благодарю за расклады. Наталья, как всегда, чудесно. Благодарю за такой глубокий анализ. Спасибо большое. Рады были видеть вас. С нами на связи была ведущая канала «Гадание ТВ», таролог Наталья Борисенко. Подписывайтесь на все ее соцсети, подпишитесь на YouTube-канал Натальи, можете оставить свой вопрос в комментариях или же замечание, что тоже неплохо. Благодарю вас за внимание. До встречи в следующих видео на канале People Life. Пока.